Компания МРСК «Сибири» наградили ребятишек-победителей конкурса плакатов под названием «В стране безопасного электричества». На суд жюри свои работы представили более 2000 ребят. Финалистами стали 20 школьников из 14 населенных пунктов со всей Сибири. Конкурс проводится уже в третий раз и стал традиционным. Цель акции – привлечь внимание мальчишек и девчонок к проблеме электробезопасности, сформировать культуру правильного обращения с энергосетями и приборами. В торжественной обстановке ребятам вручили грамоты и ценные подарки. Награждение проходило одновременно во всех филиалах МРСК «Сибири». В режиме онлайн все могли наблюдать, как свои призы получают победители в других городах и поселках. На основе рисунков будут изготовлены плакаты, которые развесят в школах, чтобы еще раз напомнить о мерах безопасности. Я хотела изобразить, как маленькие дети бегают по крышам, и то, что это опасно для детей, потому что они под электричеством, молнии и дождь бегают. Сейчас у нас конкурс плаката, посвященный безопасному электричеству, будущему электроэнергии. С этого года у нас, 2016 года, у нас он будет состоять из двух частей. Первое – это истории, сказки, рассказы, посвященные электроэнергетике, безопасности, вот, в любых формах. Мы их оценим. Вторая часть – это конкурс иллюстраций, вот к этим рассказам, сказкам. И в итоге мы издадим книгу.